Рыжик, Рыжик, сейчас, ребята, вот Лана с Рыжиком вышли на свежий воздух, а Мишка с Муркой в доме греются там. Недавно вот покушали, очень хорошо покушали. Лана так в снегу, ну она, ребят, не холодно, ничего. Сейчас снег идет, но температура плюс 3 градуса. Он сразу тает. Рыжик. 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 У него такое выражение лица, ребят. Мне его так жалко. Ну шо вы? Шо вы? Шо, ты первый снег увидела, да, Лана? Первый раз в жизни. Загадуй желание. Да? А желание у всех одно. Чтобы был мир на земле, да? Ланочка. Чтоб все были здоровы. Чтоб животных никто не бросал. Да? И тогда будет хорошо. Брыж. Брыж. Сейчас пойдем, наверное, домой. Опять, да? Рыжик, Ланочка спала. Рыжика блохи, наверное, мучают. Недавно мы его капали. Но это, ребят, до одного места все, потому что он живет на улице. Тут коты к нам приходят, кошки. Ну, в основном живет на улице. И Ланке тоже передаются блошки. Сегодня, да, погода, ребят, настоящая такая противная, настоящая, как говорится, вот. Ну, снег с дождем сейчас идут. Так, не очень. Только спать, наверное, по такой погоде. Света нет. Дрова сегодня не пилятся. Но ничего. Все это мелочи жизни. Ребят, вам хорошего дня сегодня, хорошего вечера. Вот. Хорошего настроения. Лан, да? Всем хорошего настроения. Рыжик, Рыжик, Рыжик. Тоже, да? Всем хорошего настроения.